клубничный сезон в разгаре. Сегодня очень хочется приготовить бисквитный пирог с клубничным суфле. Мы собрали клубнику для пирога. Для пирога нам понадобятся следующие ингредиенты. Яйцо куриное, вода, сахар, разрыхлитель, сметана, желатин, мука, ванилин, клубника, масло сливочное. Возьмем яйца комнатной температуры и отделим белки от желтков. Белки взбиваем с полстакана сахара и 2 столовыми ложками воды. Белки взбиты до стойких пиков. Желтки взбиваем с полстакана сахара. Смешиваем взбитые белки с желтками. Аккуратно перемешиваем снизу вверх. Добавляем муку, разрыхлитель и ванилин. Аккуратно перемешиваем. Тесто выкладываем в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусов полчаса. Желатин замочили в холодной кипяченой воде. Согласно инструкции, выдерживаем 30-40 минут. Из клубники при помощи блендера приготовили пюре. Готовый бисквит оставляем остывать. Для приготовления суфле взбиваем сметану с 1 стаканом сахара. Добавляем клубничное пюре. Остывший бисквит разрезаем на 2 коржа. Нижний корж помещаем обратно в форму. В суфле добавляем подогретый желатин. Часть суфле пойдет на нижний корж. Далее идет 2-й корж. И сверху заливается снова суфле. По бокам мы еще выложим немножко клубнички порезанной. Оставшееся суфле выливаем поверх пирога. Далее пирог помещаем в холодильник на 2-3 часа, после чего украшаем на свое усмотрение. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!